Всем привет! Это «Горячая десятка» — хит-парад самых свежих и интересных предложений недвижимости от жилфонда. Подписывайтесь на канал, смотрите выпуски и будьте в курсе новых предложений. Подробнее о каждом варианте вы можете узнать, перейдя по ссылкам в описании под видео. Оптимальный вариант по привлекательной цене – двухкомнатная квартира у метро «Зальцовская». Просторные изолированные комнаты с окнами на обе стороны дома. Раздельный санузел, застекленный балкон. Недавно сделан отличный ремонт. Интерьер выполнен в универсальных теплых тонах. Балкон обит деревом. Встроенная мебель высокого качества. Кухонные гарнитуры, гардеробный и шкаф остается в подарок покупателю. Уютный двор с ухоженной территорией. Надежный теплый пятиэтажный дом после капитального ремонта. Немаловажное наличие во дворе собственного парковочного места, которое закреплено за конкретной квартирой. Срочно продается четырехкомнатная квартира в малоэтажном жилом комплексе «Ключевой». Квартира площадью 180 квадратных метров, расположена в трех уровнях таунхауса. Есть хозблок и гараж. В ванной комнате есть место даже для сауны, кедровой бочки. Свежий ремонт, мебель и встроенная техника в подарок покупателю. Территория микрорайона «Ключевой» на Ключко-Мышинском плато оснащена парковкой, охраной, круглосуточным видеонаблюдением, ландшафтный дизайн, спортивные площадки, частный детский сад. Цена уже значительно ниже рыночной. Возможен обмен на вашу недвижимость. Не упустите шанс совместить все плюсы жизни на природе с близостью к центру мегаполиса. Всего 5 км до метро «Речной вокзал». Предлагаем вашему вниманию уникальную четырехкомнатную студию с отдельным входом со двора. Она интересна не только великолепным ремонтом, но и тем, что отлично подходит для проживания людей с ограниченными возможностями. Здесь создана безбарьерная среда. Свой вход со двора с пандусом. Все дверные проемы шире обычных. Специально оборудованы кухня и санузел. Есть система кондиционирования, подогрев пола. Квартира расположена на первом этаже 17-этажного монолитного дома по улице Плохотного, недалеко от площади Маркса. У вас есть возможность купить таунхаус в элитном поселке по цене ниже, чем у застройщика, к тому же современным добротным ремонтом. Невероятно, но факт. Срочная продажа. Квартира в двух уровнях. На первом этаже большая гостиная, санузел, кухня и спальня. На втором этаже санузел и две спальни. Есть собственный земельный участок, одна сотка. Всего 8,5 километров от станции метро Площадь Маркса. По отличной дороге, и вы в поселке элитного Новосибирского района. Кстати, все коммунальные платежи по сельским тарифам, что дает существенную экономию в сравнении с городом. Европейский стиль архитектуры всего поселка. Закрытая охраняемая территория. Если вы хотите жить в благоустроенном доме рядом со знаменитым технопарком, обратите внимание на этот добротный коттедж из бруса 2017 года постройки. Общая площадь 100 квадратов. Свободная планировка позволяет организовать жилое пространство по вашему вкусу. Качественная отделка помещений выполнена из натурального дерева. На первом этаже расположена кухня-гостиная, на втором – спальня с широким балконом. Автономное водоснабжение и скважины, слив, септик. Отопление из твердотопливного котла. Садовое общество приведен газ. Площадь участка 5 соток. Все документы на дом и землю готовы к сделке. Возможны любые формы расчета. Шикарный дом с баней, летней кухней по выгодной цене продается на территории садового общества в Дзержинском районе. Деревянный дом с открытой верандой и просторной гостиной с камином полностью меблирован. На втором этаже две спальни. Баня расположена на первой линии с выходом на речку. Участок ровный, 8 соток. Ухоженный газон, садовые деревья и кустарники. Есть собственный колодец, парковка. Возможно круглогодичное проживание. Асфальтовая дорога до садового общества. Право собственности оформлено на дом и участок. Продажа срочная и аргументированный торг вполне уместен. Предлагается к продаже трехкомнатная студия на улице Выборной, рядом с пединститутом. В квартире выполнен ремонт из высококачественных материалов. Современный дизайн с яркими цветовыми решениями. Бронированные пластиковые окна с тонировкой, теплый пол, сигнализация. Очень удобная тонировка с кухней-гостиной, большими комнатами, гардеробной и утепленной лоджией. Подарок новому владельцу остается вся мебель и встроенная техника. Дом классической кирпичной кладки, шириной стен 1 метр. Охраняемая придомовая территория, круглосуточное видеонаблюдение, подземный паркинг, шаговой доступности, торговые центры, детские сады, школы, пединститут. На берегу Обского моря продается двухкомнатная квартира с качественным ремонтом. Есть большой панорамный балкон. Кухня с двумя окнами позволяет зонировать ее на кухонную и жилую зону. В стоимость включен кухонный гарнитур и большая система хранения в коридоре. Жилой комплекс «Миргород» расположен рядом с чистыми пляжами и сосновым лесом. Двор с закрытым периметром, видеонаблюдением, продуманным озеленением, площадками для отдыха детей и взрослых, открытой большой парковкой за периметром дома. До центра Новосибирска полчаса езды на автомобиле.
Удачный вариант для молодой семьи – просторная однокомнатная квартира площадью 40 квадратов в популярном микрорайоне на улице Татьяны Снежной. Свежий ремонт выполнен в спокойной гамме разных оттенков синего цвета. Использованы материалы высокого качества. Подарок будущим хозяевам остается функциональный кухонный гарнитур в стиле хай-тек. Выход на лоджию из просторной кухни, где может разместиться большая компания. Санузел раздельный. Дополнительных вложений не требуется. Заходи и живи. Квартира расположена на 8 этаже 10-этажного панельного дома. Во дворе есть детская площадка и парковка. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Новая школа, детские сады, множество торговых центров. Остановка транспорта. Хотите жить с городским комфортом рядом с морем и лесом? Этот вариант в Советском районе для вас. Видовая двухкомнатная квартира в доме 2015 года постройки. За окном сосновый бор и Обское море. Солидная кухня-гостиная, очень светлая и солнечная. В квартире уже сделан великолепный ремонт. Все обустроено и продумано до мелочей. Даже яркие цветовые акценты в гостиной, которые добавят хорошего настроения гостям и хозяевам. Вся мебель и предметы интерьера входят в стоимость. Все документы готовы к сделке. 17-этажный новый дом вас тоже не разочарует. Чистые подъезды, новые лифты, ухоженная придомовая территория, большая парковка, детская площадка и зона отдыха. Это была горячая десятка хит-парад квартир от Жилфонда. Подробная информация о каждом варианте по ссылкам в описании к видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и оставляйте вопросы. Мы с радостью ответим на них. Пока!